Убил двух человек из-за места для парковки своей машины. Страшное преступление произошло в поселке Васильево в последний день апреля. Погибшая соседка подозреваемого и молодой человек ее дочери. 62-летнего мужчину задержали в тот же день. Альбина Минибаева посмотрела съемку его допроса и не услышала ни слова сожаления. 7 часов после убийства двух человек подозреваемый совершенно спокоен. Находиться в кабинете следователя ему не впервой. Наличие судимости? Погашено много. 62-летний Наиль Исанов, сосед убитой 47-летней женщины. Второй погибший – 27-летний друг ее дочери. Тот день, 30 апреля, подозреваемый помнит хорошо. Говорит, соседка попросила убрать машину. Они спилили яблоню и хотели вытащить дерево. Два припаркованных соседских автомобиля явно мешали. Мужчина, говорит, дождался, когда соседи все уберут, и решил вернуть машину на место удобной парковки. Женщина чужой машине у своего дома была явно не рада и стала преграждать ему дорогу. Когда я взял нож, цепанул его, ударил, я не помню. Все, смутно идет. Потом парнишка какой-то побежал, тоже я его ударил. Потом девушка подошла, цепилась в меня, но я ножом не пускал. Ударил несколько раз кулаком ее. Куда бил ножом людей и сколько раз, не помнит, зато уверен, что орудие преступления положил на пассажирское сиденье. Досконально может описать и сам клинок. Перочинник обычный, размер лезвия где-то 10 см. По пути позвонил бывшей жене, она и убедила его вернуться на место происшествия. Но мужчина, как рассказал на допросе, остановился у магазина в сотни метров от дома и пил, пока его не задержали. Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Каких-либо сожалений подозреваемый не выражал и об угрызении совести не заикался. Единственное, что его беспокоило, так это отсутствие ботинок у него самого. Говорит, некомфортно. Вам сейчас привезу? Ну да. Время. Альбина Минибаева, вызов 112.